Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы в фикс-прайсе. Это город Димитровград, здание гостиницы «Черемшан». Давайте посмотрим, какие новиночки, по какой цене завезли. Посмотрите, какие прекрасные декоративные настенные элементы, как это называется. Но по мне, так это зеркало в ажурном оформлении. Цена 149 рублей. По-моему, это дерево. Вот здесь вот крепление. И, кстати, можно вынимать вот это зеркало и можно что-то другое вместо зеркала вставить. То есть, ну, для дизайнеров это, мне кажется, интересная вещь. И по цвету, посмотрите, вот такие нежные цвета пастельные. Светло-бежевый, чуть потемнее и серый оттенок. Смотрится очень красиво. И цена доступная. Кстати, вот все еще есть вот эти вот настольные украшения тоже. Вот они ажурные, из дерева, по 199 рублей. Их несколько оттенков было и есть. Еще одна новиночка. Можно купить вот такую рамку для фотографий. Фоторамка 10 на 15 сантиметров. Называется «Вельвет». Цена 199 рублей. Она, кстати, мягкая и вот как будто бы из ткани сделанная. По цвету вот есть еще серенький цвет. Ну, фоторамок здесь, конечно, большое количество, разные они. Еще одна новиночка понравилась. Вот такая шкатулка, резная крышка на шкатулке. И внутри я вижу, там разделение есть, по-моему, на две, да. На две секции. Шкатулка стоит 199 рублей. По цвету вот есть голубенькие. Вот рисунок, кстати, уже другой. Я смотрю, розовенький. Вот такой вот рисунок будет. И декоративные полки в форме сот. 299 рублей. Там есть крепление вот внутри. Вот так вот можно повесить на стену. И актуально для садоводов-любителей есть опрыскиватель по 199 рублей вот на литр. Вот помпой. Так, декорации. Гусь садовый 149 рублей. Вот они разные. Какой-то гусь повернул голову. Они были, но вот в этом магазине впервые. Вот по доступной цене можно купить вот такие банданы. Они из хлопка 53 сантиметра на 53. 79 рублей. И рисунок здесь, смотрите, вот даже можно вот такой вот красивый. Видите? Вот такой вот нежный голубой. Вот тоже красивый. В общем, такие банданы можно приобрести в фикс-прайсе. Грунт универсальный 10 литров 62 рубля. Такой вот для всего подходит. Еще нашла интересную новиночку. Вот такая гирлянда-пробка. Она на солнечных батареях. То есть вот здесь в этой пробке вот солнечная батарея сверху. Тут нить. Можно вставить эту нить в бутылку какую-нибудь красивую, декоративную. И закрыть этой пробкой. Будет у вас классная декорация в саду. 99 рублей стоит. Еще одна новиночка. Вот такая красивая бутылочка. Она ажурная. Размером где-то сантиметров 18, высоту даже меньше, с ладошку мою небольшую. Цена 99 рублей. Вы знаете, вот такое ощущение, как будто вот от парфюма такого восточного. Классная бутылочка. По цвету вот есть вот такого вот графитового цвета. В общем, имейте в виду, есть кактусы по 199, шкатулка в форме яблока 199, но они уже были, я показывала. Да, друзья, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Акварелька Наталья есть на Дзене, на Ютубе и на Рутубе, а также подписывайтесь на социальные сети. Все ссылочки оставлю внизу под видео. Можно купить вот такой пинцет в фикс-прайсе для бровей. 99 рублей стоит. Здесь вот есть даже вот небольшая расчесочка. Так вот выглядит. По цвету еще есть розовенькие. Вот
такие вот пинцетики. Интересная новинка. Так, кисть для дизайна ногтей. 4 штучки, 149 рублей. Вот такие ножницы по 149. Да, кстати, помните вот такую штучку для массажа головы? 99 рублей. Вот она есть. Такая вот приятная штучка. Так, маникюрные. Так, кусачки для кутикулы. 149 рублей. Вот они у меня сломались быстро. Да, вот эта вот полезная штучка. Кто еще не видел, коврики, массажеры игольчатые. 249 рублей. Вот такие вот здесь вот. В виде цветочков. Так, вот такой массажер для головы. 99. Очки есть по 249. Корректирующие. Вот, правильно. Так, вот это вот, смотрите, хороший набор для очищения лица. Здесь две такие губки. Одна, по-моему, вот пористая, другая силиконовая. Так, отшелушивание и очищение. Вот это хорошо будет пениться, а это вот очищать. Цена 124 рубля стоит. Спонж и щетка здесь, вот, правильно, если сказать. Вот такие косметички яркие, красивые, по 299 рублей. Так, вот так вот выглядит. Так, вот размеры. Не маленькая сумочка, большая. Так, здесь замочек. Кстати, здесь несколько замочков. Вот еще здесь замочек сбоку. Здесь дополнительный кармашек. Вместительная такая. И вот удобно подвесить, да? Приехал куда-то и повесил. Здесь еще вот такие вот по цвету. Так, вот смотрите еще, какие есть сумочки на пояс. 249 рублей. Ой, смотрите, какой органайзер. Вот такой вот большой. Здесь вот повесить можно какие-то сережки. Здесь что-то положить. 249 рублей. Такой органайзер. Так, вот такие еще есть прозрачные сумочки. Косметички. Да, зато сразу будет видно, что у вас там хранится. А по цвету они есть еще вот такие вот. Серебристые. Вот такие наушники можно купить с микрофоном. 349 рублей. И здесь есть розыгрыш. Как коробочка. Так вот там выглядит они. Еще одна новиночка. Вот такое сетевое зарядное устройство. На 3 USB. 149 рублей. Так, вот здесь вот, да, вот тут зарядка. Так. Информация. Кстати, вот это вот мы покупали, портативное зарядное устройство. У меня сын разобрал. Вообще, оно, конечно, интересное. Тут глазки светятся, когда заряжается. Вот. Но внутри мы посмотрели, среди аккумуляторов попадаются старые аккумуляторы. То есть это вот китайцы вот собирают, не пойми как, вот это вот устройство. Но оно работает, да, работает. Но имейте в виду, что там сборка не пойми с чего. 50 рублей. Так, вот такие вот лечительные стекла. Так, вот это вот интересно, что такой фонарь светодиодный с магнитом. Угу. Тут можно прикреплять, видимо, его как-то удобно можно. В прошлый раз мужчина искал расчески. Вот смотрите, гребень для волос 99 рублей. Вот такой наборчик. Здесь есть и мелкая расческа, вот такая вот, ну, удобно для парикмахеров. Так, но все равно в карман не положишь их. Ну, такая вот интересная еще расческа, гребень для волос 99 рублей. Вот с таким интересным
петушком. Кстати, он мягкий. Петушок. Золотой гребешок. Так. Дальше идем смотреть, что интересного. Так. Здесь, по-моему, новинок я не наблюдаю. Но мы сейчас внимательно рассмотрим. Так, вот эти вот кружки по 99 рублей. Они просто гигантские, 420 миллилитров и тяжелые. Так, вот эти вот я показывала наборы графин со стаканчиком, 299 рублей. Кто еще не подписан, подписывайтесь, смотрите обзоры. Будьте в курсе всех новиночек из фикс-прайса. Вот эти вот кружки тоже интересные, большие, яркие, солнечные. Здесь несколько цветов. Так, вот эти вот тоже необычные. Есть розовый. Розовый цвет. Вот тут вот интересная выемка. Вот такая подставка под ложку. Цена 149 рублей. Вот такая металлическая вот. Так, вот для штопор пневматический 199. Так, вот эти вот бутылки для соусов 55 рублей стоят. Так, вот давайте посмотрим, как внутри выглядит. Вот такой дозатор здесь есть. По цвету крышки есть еще красные. Да, вот как раз, чтобы не путаться, где какой соус. Так, вот такая вот бутылка есть. С дозатором 149 рублей. 800 миллилитров. Да, вот эти бутылочки 360 миллилитров. Они небольшие. Вот эти вот масленки интересные, понравились. Но говорили, что неудобные. 124 рублей. Но они вот так вот отодвигаются в бок. Как бы. Так, вот эти вот для специй баночки. Они недорого стоят. Так, ну вот формы из фольги разные. По 39, по 100. А, по 199 она металлическая. Тут вот по 50 рублей. Такие вот большие есть. Вот ложки вот эти вот, по-моему, были уже. Ну, они такие вот подставочки под ложку. Я думаю, они стоят очень дешево. Вот и по цвету, смотрите. Тут вот многообразие. Так, вот это что-то интересное. Коврик-набор. Но тут в наборе еще входит, видите, кисточка. Лопатка, наверное, 83 рубля. Такой вот набор кухонный. Три штучки. Воронка, сито и еще что-то. 55 рублей. Наверное, тут написано, что к чему. В прошлый раз брала вот эти конфеты. Они соленые немножко. Карамель с арахисом. 200 граммов, 62 рубля. Очень вкусные. Нравились они, мягкие. И вкус такой арахиса соленоватый. Да, вот эти вот коктейли стали по карте по 149 рублей. Фитнес-коктейль. Здесь 50% белка. Есть со вкусом банана и шоколадный. Вот такие вот полотенчики симпатичные. Но они вот по 299 и по 349. Ну, такие не дешевые. Рисунок здесь очень красивый. Здесь морские звезды. Вот так вот выглядит ярко. Но они маленькие. Неужели по 349? Пойду спрошу на кассу. Не верю. Ну и цена таких полотенчиков 149 рублей. Правильно. И, кстати, здесь вот, оказывается, вот тут вот у них подписано было. Они небольшие, но такие приятные полотенчики. Вот такой дорожный вариант. Кстати, есть еще нежно-голубой цвет, еще вот такой. Ну, то есть тут разные с парусами, в таком морском стиле. Да, и состав у них хлопок. Даже вот приятно держать в руках. Вот такие плечики интересные. Смотрите, 99 рублей с
сколько здесь их? 3 штучки. Вешалка с широким плечом. Да, вот здесь вот. Ну, широкой вот насколько. По цвету есть голубые, красные. Так, ну вот эти вот 59 рублей. Смотрите, вот если какие-то у вас есть платья, где нужны деликатные вешалки. Вот они есть, недорогие. 2 штучки 59 рублей. Дешево. Вот такой вот набор бит с рукояткой. Интересная такая форма. 249 рублей. Да, вот в прошлый раз показывала наклейки на одежду. Они тут разных цветов и разных рисунков. Да, можно вот обновить какую-нибудь футболочку. Интересно будет. Такой набор щеток. 99 рублей. 3 штучки. Актуально сейчас. Вот такие корзинки по 79 рублей. Маленькие, овальные. По цвету белые и вот такие бежевые. 23 на 15 и 7 сантиметров. Такие размеры. В прошлый раз я брала вот эти вот маски. Они корейские, 62 рубля. Вот здесь несколько вариантов. Очень хорошо освежает, омолаживает лицо. Так, кто не брал, попробуйте. Такие ногти вот интересные. 99 рублей. Да, ежедневно носить не будешь, но вот так вот на вечер куда-то выйти, они держатся очень хорошо, особенно свежие. Да, там расцветки разные, кстати. 62 рубля вот это вот. Для лица и шеи. Так, ну такое вот средство. Филлеры, наверное. Это вот я не брала. Пишите, кто брал. Там не сложно. Гель для стирки Ариэля. 855 миллилитров. 349 рублей. Так, вот это вот по 124. Здесь литр. Вот тут машинки завезли разные. Смотрите. Ого, вот это техника. Даже кадр не умещается. Так. По 349 рублей. Так, вот это 255 по карте. Так, краны. Такие вот техника. Так. Разная техника. Но здесь вот есть дешевле, конечно. Игрушки. Друзья, на этом видео буду свое заканчивать. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Всем отличного настроения, крепкого здоровья и удачи. До новых встреч. Пока-пока.